Новогодние праздники позади, и все мы стараемся влиться в рабочий график. А для мотоболистов команды «Металлург» и вовсе началась горячая пора. На этой неделе стартовал тренировочный сезон. Спортсмены с каникул вернулись отдохнувшие и готовые к новым победам. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Тренажерный зал, плавание, лыжи – вот неполный список того, чем спортсменам команды «Металлург» теперь предстоит заниматься два раза в неделю. Первый тренировочный день для ребят прошел нелегко. После длительных выходных тяжело втянуться в график. Но впереди их ждут великие достижения. И поэтому настрой у игроков боевой. Тяжело, но мы готовились также и в отпуск. Мы с ребятами собирались сами по себе, по своей инициативе бегали. Так повелось, что «Металлург» является одной из лидирующих команд мотобола. Большую часть сборной России составляют именно видновские спортсмены. Поэтому второе место на чемпионате Европы в прошлом году наши ребята восприняли как личное поражение. И на этот сезон каждый ставит для себя наивысшие планки. Мы ждем в этом году, 25 августа будет чемпионат Европы проходить. Хотим матч-реванш взять за прошлый год. Так что будем готовиться, стараться. Для одного из участников команды, Геннадия Мыца, сезон 2014 года имеет особое значение. Из-за травмы он не смог принять участие в прошлом чемпионате Европы. И в этот раз он предпринимает все, чтобы не подвести сборную. Тем более соревнования будут проходить на родной земле. Сейчас надо мне втройне, получается, теперь работать, чтобы доказать, что мы достойны первого места. Первый тренировочный день для команды начался с общего собрания, на котором президент спортивного клуба вместе с тренером дали спортсменам инструктаж и наставления на грядущий сезон. На старте нового спортивного сезона ставится задача в тех соревнованиях, в которых будем участвовать, будем бороться за первое место. Первая игра команду ожидает в мае – Кубок России, который пройдет в Коврове. А до этого времени ребята будут усердно тренироваться и готовиться к началу нового спортивного сезона. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.